Невский под особым контролем. Администрация района проинспектировала центральную магистраль города накануне праздников. Официально дать поручение сейчас всем управляющим компаниям, всем, значит, нежилым ведомствам и так далее, торговле, всем еще раз накануне, вот за эту неделю, провести внеочередной сплошной осмотр всех фасадов, элементов, кровель, карнизных свесов. Прежде всего, безопасность, чистота и красота. Реклама только согласованная, никаких штендеров, самоклея и граффити. Покрашены должны быть все водосточные трубы, урны и ограждения. Под прицел комиссии также попадают консоли, проверяют внешний вид и надежность креплений. По каждому этому объекту должна быть бумага тому, кто должен это сделать. Либо укрепляют, либо это все снимается и им отдается. Обратили внимание и на балконы. Владельцев будут просить не нарушать эстетику Невского и убирать неприглядную утварь. Осмотрели даже электрощиты в арках домов. Кстати, заперты оказались не все. Это уже третья пешая инспекция Невского в рамках месячника по благоустройству. За это время был проделан большой объем работ. Окрашены фонарные столбы, помыты фасады, отремонтированы цоколи зданий. В том числе по поручению вице-губернатора Николая Бондаренко и главы администрации Марии Щербаковой проведено простукивание фасадов. Выполнена работа по 36 зданиям Невского проспекта, где проведены работы по ликвидации слабодержащихся участков штукатурного слоя, лепнины. В пятницу с итоговым обходом по Невскому проспекту пройдет глава района Мария Щербакова.